Вторник в Беларуси синоптики прогнозируют облачным, с прояснениями, осадков не ожидается. Однако в отдельных районах республики пройдут небольшие дожди. Днем термометр обещает плюс 14, ночью опустится до 3. Ветер слабый, 2-3 метра в секунду. Уходящий октябрь радует последними теплыми днями. Пока погода благоволит, самое время одеться потеплее, взять горячий напиток и прогуляться по улицам любимого города. Ведь уже со следующей недели Беларусь накроют дожди, а столбик термометра поползет вниз. Несладко приходится жителям Карибского бассейна. На Кубу обрушился атлантический ураган «Оскар». Стихия ударила по восточному побережью и принесла с собой сильный ветер, ливни и грозы. Волны достигают 2 метра в высоту. Задействованы 17 убежищ, в которых непогоду пережидают тысячи эвакуированных граждан. Сильные штормы и ливни в Италии на этих выходных вызвали наводнения и разливы рек во многих городах по всей стране. Больше всего пострадал остров Сицилия. Больше 1000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Завтра в Бобруйске небо затянут облака, через которые робко пробьются осенние солнечные лучи. Осадков не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов. Ночью похолодает до 4. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360.